Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm, и мы идем, в общем-то, в Мацури, наше замечательное, блин, ужас какой-то. Так, ну что ж, пытаемся по-прежнему с Фу Яманакой, который у нас замечательный такой. Значит, с Хиданом и этим, Данзой. 139к мощи. На самом-то деле не так плохо для этой команды. Значит, смотрим. 771. У кого вся моща? Давай, покажи мне. У тебя? Ну, у тебя неплохо, но я бы Хидану дал. Потому что ему нужно всех убивать. И очень мощно это делать. А тебе я бы дал вторую по мощи штуку. Значит так, Talents. Тут важно на самом-то деле. Никакой Мэй. Давайте, короче, сменим. Здесь мы поставим Фу. Как раз-таки. Потому что он огню дает бонусы, а здесь у нас команда огня. Практически полностью. Значит, здесь что у нас? У нас Calm Mind, Root of Warrior, Anbu. Здесь вот это, по-моему. И здесь вот это. Все. Идем. Попытаемся кого-то победить. Блин, сегодня какой-то несчастливый день. Хотя довольно счастливый в смысле того, что мне интернет не отключили. К счастью. Но несчастливый в том плане, что мой этот... напарник, которому я дал дракона. О, это повезло нам. Так. Кого же он мне блочит? Хидана, серьезно? Ну ладно. Блоч. Повезло нам. И даже Конан не уклонилась. Прикольно. А, он просто сдался. Ну да ладно. Так даже лучше. А то вдруг бы на донатера. Хотя, блин, он 67к пауэра. Неудивительно, что он сдался. Так, 74к пауэра. Интересно, очень-очень интересно. Вот красавчик. Вот ублюдок, блядь. А почему он это? Вообще, дебафы вообще никак на него не накастуешь. А, нет, накастовали, смотрите. Он не поставил одну штуку себе интересную, которая бы ему пригодилась, кстати. Очень бы эта штука ему пригодилась, и теперь он пожалеет. Да, то есть защиту от дебафа. Ой, стоп, я же Шибу, по-моему, поставил, а не Пакуна в качестве питомца. Но он все равно сдался. То есть тут как бы у него все равно шанса не было. Так, смотрим, что дальше нам попадется. Ну, пока что нормально идем. Вообще, моя команда вот эта вот с Хирузеном и Аноки и так далее... Она, короче, многими контрится, очень многими. Но, впрочем, неудивительно, что вы хотели-то. Это ж Блиц-команда. Она зачастую и так многими контрится. Вообще, слишком много контроля. Меня он заебал, если честно. Ну, отлично, 172к мощи. Спасибо тебе, чувак. Так. Заблочишь? Кого ты будешь блочить? Ага, окей. Ну вот, посмотрите. Вот как с этим? Три контрольных, сука, ниндзя. И, блин, уже и Тачи Сусанычи везде бегают и так далее. Это реально бесит. Очень-очень бесит. Когда ты постоянно с таким встречаешься. А я, поверьте, постоянно с таким встречаюсь. Так, значит, смотрим.
Ну, как-то хотелось бы хотя бы еще одну победу. Я помню, я часто получал вообще, то есть, все победы, по 5 побед. То есть, тут как повезет, в принципе. В Sage World Battlefield там, опять же, донатеры все начали сейвить уровни, и это бесит очень сильно. Значит, вот Thirsty Demon, да меня все всегда бесит, в принципе. О, блин, Гамарики, давайте Ниндзя Дог поменяем. Ниндзя Дог должен быть Пакун, и никого кроме Пакуна. Так, и, конечно же, Трежерет. Трежертус, естественно, Херузена все пытаются, короче, уничтожать, его нельзя трогать. Херузен у нас неприкасаемый. Ну, типа, он это, он самый галимый, ну, в смысле того, что его всегда фокусит. И его обилка вот эта вот, которая как у Хинаты, она его нифига не спасает, к сожалению. Вообще не спасает от злых противников. От злых и противных противников. От злых злюк и противных противников. Блин, ну может быть не надо мне донатера сейчас давать, а? Пожалуйста, не хочу донатера. Да тут же сейчас донатера. Потому что 85 уровень, это все одни донатеры остались как раз теперь на 85 уровне. Потому что эти пидоры, короче, это новые игроки какие-то, которые приходят и сразу же вдоначивают кучу бабла. И стержатся, типа, изначально на маленьком уровне. Ёбаные декратанты. Ну, пожалуйста, ну... Ну, не донатера, ну, пожалуйста. Вот кто-то там говорит, что на евро мало донатеров. Нет! Я никогда не говорил, что на евро мало донатеров. Или если у тебя мало донатеров на евро, то значит ты на новых серверах каких-то играешь. А вот на старых у нас, то есть... О, прикольно, повезло. Хотя все равно не факт, что мы сможем... Ну, в смысле, победить-то я смогу, да. Кстати, 92 уровень. То есть он, типа, я так понял, проиграл кому-то сейчас, и поэтому... У него такие вот дела. Блин, ну здесь... Здесь у меня только одного можно получить. То есть ГГ воды. Потому что ГГ воды иначе всех вылечит. Ну отлично, он сдался. Ну ладно, так даже может быть лучше. Так вот, у нас на старых серверах донатеров просто дохренище. Так что нифига подобного. И я правильно делаю, что я говорю о том, что вот что для донатеров хорошо, что для фри-ту-плейщиков хорошо. Потому что вы должны понимать. Это знаете, как эти производители игр говорят, короче. То есть этот чувак реально долбоёб, он пытается меня упрекнуть в том, что я раскрываю людям правду, а не говорю, как все, типа, вот, у нас есть игра, там, как пресная, не знаю, как пресный червь какой-то, как, не знаю, летсплейщик по Майнкрафту с квадратной головой на аватарке. То есть, ну, это полный бред. Так, 50 нужно отменить, потому что я не хочу, а то вдруг кого-то вообще страшного мне пошлют. Хочу кого-то не очень страшного. Вот видите, эта команда настолько крутая с Наруто Курамой, что типа чуваки сдаются только даже не сражаясь. То есть только начав бой. Да ну сколько мне ждать вопрос-то? Вообще вот невезуха и все. То эту не могу пройти, там, это, арену 3 на 3. Потому что, типа, нужен мне спутник мой дорогой. Так, ну уже. Но я не могу ждать 60 секунд. Тогда меня соединят с каким-то донатером. Пусть они донатеров соединяют с другими донатерами. Нафиг мне этим заниматься.
А то я знаю, что сейчас, короче, на низких уровнях там, короче, одни донатеры, на высоких уровнях другие донатеры. А я посерединке. Я должен, короче, быть между донатерами с фри-тупейщиками сражаться. Отлично просто. Вот это вот просто не донатер, да. Да, и у него даже инициатива больше. Ну, хотя неудивительно, 160 на 20 камощи больше. Хотя он 92 уровня, это уже получше. То есть хотя бы он повысил уровень. То есть я сейчас жду, что, возможно, все повышают уровни эти донатеры. И тогда я, типа, может быть, опять начну побеждать. Может быть. Потому что, типа, действительно, у них сейчас не может быть никаких оправданий. В плане того, чтобы... типа это... сохранять уровень маленьким. То есть, по идее, они должны сейчас повышать свой уровень. Начать. Так, так. И так. Я, короче, наверное, этого фу буду прокачивать. Ну или не знаю. Дело в том, что у меня все равно в командах в основном молнии-то и нету. Если честно, эта новая фигня, она довольно дерьмовая. Вот эти вот новые прибамбасы добавлены. Очередное донатерское говно. Так, смотрим. 771, джинпачи. Ну чё ж вы джинпачи-то дали? Так, второе должно быть здесь. И не те эти 771. Ну что ж, последний шанс. И сразу же нас соединяют. Значит, какой-то донатер 100%. Да, я же сказал, 153. Ну, 153 это не так уж и много, но вы видите, что здесь за команда, поэтому... вряд ли нам что-то светит, естественно. А вот это ты ошибку сделал, товарищ. Кстати, у него тут клоны стоят. У него, если честно, команда не подходит для молнии. Так, давай маскетмена фигач. Ну, конечно, у нас все равно мало шансов. Кто-то говорил, опять же, чувак мне, что, типа, вот, я так люблю эту Блиц-команду, я ее уважаю. Да за что ее уважать? Она устарела буквально за пару месяцев, как только вышла. То есть, ну, у всех насобирались эти денежки на нее. Ну, не денежки, а вот эти вот, если вы поняли. Ну, что, как тебе, товарищ? Такое-то. Я тебе хотя бы одного да убью. Понял? Блин, вот видите, слишком уж много у него мощи. Нет, я хочу, чувак. Я хочу убить твою Куринай.
Пожалуйста, куриная, умри. Блин, ну чё куриная не умирает? Серьезно, даже куриная не умрет. Серьезно, и куриной жива. Сука, куриной, сдохни, мразь. Пиздец просто. Это неудача, это полная неудача. Чувак, ты, который за драконом там, почему ты не заходишь? Я говорил, что меня могут отключить от интернета. Вместо этого ты перестаешь заходить. Я найду другого игрока, который будет играть вместо тебя, понял? Понял или нет? Больше не пропускай. Потому что уже ж не в первый раз. Я не могу, особенно в пятницу, когда и так много ивентов, именно в этот день, когда больше всего ивентов, я не могу делать все сам, ты понимаешь или нет? Чувак. Если ты сейчас не можешь, то тогда не надо вообще это. Скажи, что типа, вот... Мне дракон больше не нужен, я не буду его развивать и так далее. Я отдам кому-то другому. Нет, он хватается и не хочет никому отдавать. И типа сказал, типа, навсегда мне его оставь. Ну, я согласен навсегда, если ты будешь играть. А если ты будешь, короче, чтобы я играл, а ты, короче, будешь просто владеть, то извините меня, да, владение это такая штука, конечно. Интересная. За это нужно платить. То есть, если ты хочешь владеть, то плати. А если хочешь пользоваться, если хочешь просто попробовать ниндзя и так далее, там, ивенты со мной проходить, то это пожалуйста всегда. Эх. Короче, полная жопа. У меня бомбануло опять. Потому что вот, опять же, придется это. Скоро... На ивент идти, а потом еще опять пытаться эту арену проходить. Вот опять же ж неудача на Мацури. То интернет отключат, то еще какую-то хрень. Ужас просто. А, что я говорил там насчет этого чувака? Что он говорит? Ты будешь о донатерах говорить? Да, я буду говорить о донатерах, понимаешь или нет? Я буду об этом всегда говорить. Долго и муторно, потому что об этом никто не говорит. Есть такой, типа, блогер, Дрю, например, он тоже говорит о донате. А я вот говорю, короче, о донатерах именно. Это моя особенность. О том, что, типа, выгодно для фри-ту-плейщиков, что выгодно для донатеров. И это логично, потому что это донатная игра. Здесь, в принципе, как бы, ваш успех не зависит от того, как вы играете. Ваш успех зависит от того, насколько выгодно вкладывать деньги для донатеров. Все. Так. Итак, продолжаем. Просто мне есть что сказать. Да, еще 45 секунд, но я думаю, нам этого хватит. Так вот, то есть... Я хочу сказать, что не хочешь срать, не мучай жопу. Это я о том, что парень, который, в общем-то, прикольный такой. Тут вот смотрите, сейчас на нас опять донатер нападет сразу же. Это 100%. Вы посмотрите, сколько их. Тут вообще серебряных меньше, чем золотых вот этих вот придурков. Так. Сразу же начали, все забегали. Короче... Вот, тут Very Dangerous, всякие пидорасы. Хочу, короче, вас атаковать каким-то боком. Руки, кучики, блин. Так, непонятно, что за хрень. Так, ой, нет, 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 нет. А где вообще я? Так, 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 во. Хочу тебя. Неужели кого-то слабенького? Да, 63 уровень, вот посмотрите. То есть все вместе. Дейдара обычный. Кто-то спрашивал, какая хорошая команда с Дейдарой. Ну вот тебе. Да, она, конечно, так, та еще хорошая. Но вот можешь попробовать такую команду с Какашей и Гаем.
Значит, в чем прикол? Что, вот, например, Билл Гейтс говорил, что, типа, ну, Билл Гейтс, его, типа, хвалили, что он, когда социалисты в США, короче, сказали, надо повысить, типа, налоги, Билл Гейтс сказал, да, для Microsoft, типа, я смотрю, налоги действительно слишком маленькие, можно было бы повысить. То есть все рады. Но, чувак, как бы, государство, как бы, оно не самый лучший распорядитель налогами. Вот в чем проблема вся. То есть, как бы, да, это хорошо, если ты готов налоги давать, но социалисты, допустим, если хорошие в США, если они хорошие, то, в общем-то, если они будут воровать и будут куда надо направлять деньги, то да, твои налоги полезны будут. Но гораздо лучше, если бы ты... Билл Гейтс и вся Microsoft, как Илон Маск, сделали по-другому. Не платили больше налогов, а тратили все те деньги, которые у вас есть, на создание рабочих мест и улучшение, собственно, жизни людей. То есть, кто тебе мешает в качестве милостыни построить несколько заводов крутых, там, или там открыть какие-то новые компании, развивать новые идеи? Но у тебя этих идей нету. Вот в этом вся проблема. А если не хочешь срать, не мучай жопу. То есть не нужно, типа, налоги платить или там вообще отдай, короче, все деньги тем, кто, у кого есть идеи, например. Ну, в Илона Маска хватит, пожалуй, уже вкладывать, потому что в него и так много вложили, короче. Так. Во-во-во-во, чувак, я хочу тебя. Сарада Учиха, 102 тысяча. Блин, короче, я что-то вообще бегаю вообще, как будто оторванный от реальности. Потому что я одновременно ж говорить должен, дальше еще бегать. Ну, будем надеяться, что Наруто прокомбится, а он это сделает. И, следовательно, вот видите, то есть то, что мне заблокируют Хирузена, мне не страшно. То есть у него автоатака все равно большая. А у нас все равно есть альтернатива, так скажем. Но только если, короче, Наруто сможет прокомбиться. Неплохо так. Смотрите, как Хирузен зафигачил. Красавчик. И сейчас кое-кто умрет. Я угадал. Хорошая попытка. Ну вот, видите, то есть это блиц-команда. То есть она в первом раунде все фигачит уже. А во втором раунде заканчивает фигачить. Ну хотя тут как бы по машине видно, но в принципе она даже довольно мощные команды расфигачивает. Если она их вообще как-то расфигачивает, то она делает это в первом, во втором раундах. Так, то есть дальше побежали сюда. Хочу серебряные ключи. Чувак, ты не меня бьешь? Забби там, не хочу Забби. Сакура Хатаки, вот ты, почему я тебя не могу взять? Сколько, как долго мне ждать? Вот посмотрите, сколько мне, блин, ждать? Ну, хотя бы дождался. Кстати, этот Забби тупо заходит в этот ивент и все, и ничего не делает. Видите, там стоит себе и все. То есть есть и вот такие вот АФКшники прикольные. Так, это кто у нас? А, ну, помощи-то маленькие, хотя команда неплохая, да. Но главное, поле мы перебили, это уже плюс против Шисуя. Перебитое поле, это, знаете ли, очень хорошее преимущество. И также прикольно, что он не заблокировал. Во, Хирузен пошел. Все, волка убили, остальных повредили, резистенс снизили, уже хорошо. Во втором раунде будем, о чем мы будем делать? Тут, блин, все неуязвимые к дебафам, вот вся проблема.
Будем, наверное, Итачи фигачить, потому что Итачи самый такой противный из всех этих. Хотя эта команда все равно проблемная, видите? Даже со всеми штуками. Хирузен, кстати, еще жив, поэтому урона нам от этого довольно много остается до сих пор. Так, отлично. Итачи убит. Это уже плюс. Очень большой плюс. Хирузен бедный. Очень-очень у него проблемы большие, к сожалению. С хитпоинтами. И у этого чувака тоже так. Так, ну у него чакры не должно быть, поэтому мы нанесем большой урон, как вы видите. И Хирузен добил обоих. Круто, да? А нет, я первый. Вот опять же. Ну, то есть, с преимуществом по мощи мы с такими командами контрольными все же справляемся. За счет, опять же, блица. Но... смотря с какими. Молния вообще не самый сильный сейчас персонаж. Он очень ослаб. Слушайте, что у меня тут за замена произошла? У меня же было вроде что-то по-другому. Так, Демон Слеер. Так, Юпи. Ну давайте вот этого возьмем. Кто ты такой? А, это вот этот, видите, Ашура Наруто. Вот сейчас я Ашуру Наруту, короче, натяну на жопу. На что-нибудь. На гандон, короче, натяну. А то показывают своего, короче, стоячего Наруто. Надень презерватив на своего Наруто, пожалуйста. Пользуйся контрацептивами. Или вас не учат. Кстати, удивительно, что даже девушки играют в эту игру, потому что эта же игра, она очень сильно конкурентная. Оказалось бы, девушки, они так не особо, наверное, любят конкурировать. Хотя, агрессия и конкуренция, это все-таки, наверное, не одно и то же. Или, может, конечно, бывают разные. То есть, знаете, говорят, что вот, девушки все не агрессивные. Но девушки девушкам рознь. В действительности так. В том-то и проблема, что если бы можно было так легко судить по одной какой-то части обо всех. Но он может заблочить кого угодно сейчас. Облочит Хирузена. А зря на самом-то деле. Потому что Хирузен-то ни при чем. Он тебе ничего не делал. Отлично. Ну, в принципе, я его и в Sage Wars Battlefield побеждал так. Как вы видите, Ашура Наруто без мощи вас не спасет. Какой бы хороший он ни был, он такой же ниндзя, как и все. Ой, блин. Я нажал раньше. Ну вот, теперь он прервет мне обилку. Вот говнюк. Сейчас окажется, что спасет, да. Все, короче, я на автобой поставил, пусть на автобой убивает его. Трудно, конечно, будет, все же он довольно мощный. Давай, Хирузен, долбанул его, видите? Видите, не спасло. А, мне еще нужно, короче, наверх подняться теперь. И побыстрее. Чтобы там пооткрывать эти сундучки, и нужно еще за золотым сундуком бежать. Так, пожалуйста. Так, вот первый сундук, который мы встретим. Давайте на него нападать. Пока нас тут не убили нафиг. А такое, знаете ли, может быть. Очень даже часто.
А еще нужно будет вниз спуститься потом, если получится, конечно. Но здесь главная тактика. Ну, не главная тактика, конечно, главная все равно мощь. Но тактика тоже довольно... Тут именно тайм-менеджмент. То есть у тебя есть определенное время. И тебе нужно... О! Что это? Я с какого-то фига получил вот с этой штуки. Тут медалька была, вы видели. Напишите, кто знает, что это за штука. Но я с нее 100 голдкоинов получил. Прикольно, да? Может, мне кто-то типа их присылал? За то, что я был хорошим мальчиком вчера. Так, копперкей. Копперкей, копперкей. Копперфит. И у меня останется только 3 ключа. И все 3 ключа разные. И все эти 3 ключа, я так понял, у нас будут на следующий... На следующем уровне. Или же там золотой и 2 этих. 2 других, не золотых, да. Так, значит, а повыситься я не могу, да? Вот в чем вся проблема, да? Где обновление? Да, 129. Ну, а, у него тут довольно мощная команда. Но вроде бы поле мое, это уже увеличивает шансы на победу. Хотя вы посмотрите, что творится. Жесть какая-то. Да, этот Саски, он не так уж и плох. Смотрите, хаосит всех. Жесть просто. И как такому противостоять? Не, я здесь проиграю, скорее всего. А, надо, наверное, этого Саски покупать. Хотя, блин, Саски уже столько этих. Это ж надо было так влюбиться. Но этот хер меня убьет, да. Увы. И как мне на 3 уровень подняться? Хотя... Мы чё, убили его? Просто вот взяли и убили. Прикольно. Правда, тут этот Сасуки. Не, Сайцуки проблемный, конечно. Хотя, с другой стороны, у него урон вроде не очень. А, окей. Ну, спасибо, что ты это, а то я тебя тут уже... Окей. ПС, что... Сказал. На видео сказал, как ты видишь. Ну, раз причина была, то это хорошо. Главное, чтобы без причины такого не было. Хотя в пятницу, ну, с другой стороны, я сам иногда то усыпаюсь, то еще чего-то. Да и вообще, это игра, короче. В принципе, другой человек может сказать вообще, что... Ну, если честно, он похож на меня чем-то, этот парень. То есть, ну, то есть, я тоже ко всему слишком серьезно отношусь. И типа требую от других, чтобы они так же, как и я, относились. А на самом-то деле многие люди пофигисты, и им вообще, особенно на игры, пофигу. Да, и в принципе, они правы на самом-то деле. Понимаете, они правы. Интересно, мы победим или нет? Что, мы Саски убили? Так мы в таком случае победим его. А каким фигом? Он же был такой крепкий, этот Саски. Каким образом мы его просто взяли и убили? Вы следили за тем, как мы его убивали?
Но здесь как бы без вариантов, да. Он на нас напал, кстати, заметьте. Он на нас напал. Не мы на него. И 100% ему жопа настанет скоро. Пока он бил моего... Серьезно, он отступил, да? Что? Gold Key? Я не хочу Gold Key. Так. Мне 2 Gold Key нужно теперь зафигачить. Забавно, я смог его этот Gold Key забрать. Видите, я этого Саски Ринекана победил, при том, что он был у меня всего лишь на 20к мощи меньше. При том, что он законтролил, короче, чакру там повысасывал, поотсасывал у меня и так далее. Ну, в общем, что с него взять? Сосун? Ну, это хорошо, тем не менее, что он пришел, пусть даже и позже, потому что я ж еще не успел побегать с караванами на его аккаунте и так далее. То есть, в принципе, от этого только лучше всем. Вот бегать, короче, с караванами я вообще бы не хотел. Так. Миказуки какой-то. Ой, блин, ненавижу эту команду. Он меня победит. И как я тогда буду, короче, вперед бежать? Слушайте, у меня есть золотые ключи. Я их не могу использовать. Вот в чем вся проблема. Я не знаю, запускать не Хирузена или же запускать Наруто. Наверное, Хирузена все-таки. А, я могу и того, и другого запустить. Ну вот это совсем такое дело, знаете ли. Зачем выбирать? Давайте запустим и того, и другого, так ведь. О, все, КГ уничтожен. Теперь мы точно его победим, да? Вот, видите, что значит блиц? Блиц, он как бы критичен. Он критичен. А теперь мы можем подождать, пусть он там потратит свою чакру. Так, Шисуя пусть заюзает. На кого, интересно? Серьезно. Ну, когда Шисуя заюзал, давайте. Помпс. И теперь, после того, как трансфер произошел, мы его долбанули хорошенько. Аноки долбанул. Тоже красавчик. И теперь Аноки еще и запустит свою обилочку. Главное количество урона за раунд. Вы посмотрите, сколько моя команда выдает урона за раунд. Она просто феноменальна в этом. Можно еще вместо Аноки Шисуя было бы поставить. Хотя, мне кажется, круче, чем Шисуя. Так, 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 так. Нам нужно срочно наверх. Потому что наверху, только наверху мы сможем золотые ключи достать. А если мы сейчас проиграем, то мы не сможем золотые ключи больше никогда достать. Так, пожалуйста, не беги за мной, никто. Хаяты там, хреняты. Мне... И вот только-только вышел. И сразу же здесь кто-то, короче, пидор какой-то сидит. 207к мощи. Вот вы посмотрите. Вот что это такое? Вот кто вас просит своих учих показывать мне? Хватит своего стоячего Мадару мне пихать. Дурки. Или стоячего Минато Джанина.
Вот, посмотрите, какой симпотный, маленький, куцый Минато Джанин. Заимобаленный уже. Но все равно крайне опасный. Ненавижу его. Ненавижу Минато, Наруто и всех этих чуваков. Почему у меня нету ни одного Мадары? Почему мне не попался Мадара? Мадара круче, он, короче, для Блица крутой. Вот всегда, все, что я хочу, оно, короче, не попадается мне. Всегда то, что мне нафиг не нужно, дают. Рашин Шурикен. Да. Почувствуйте рашкинскую мощь. Ладно. Видите, как вы видите, Рашин мощь очень маленькая. Не зря Рашин Шурикен, он, короче, это... Очень слабенькая способность. Там главное, что Наруто сам, короче, такой понтуется весь. Красочный такой. Еще он, короче, его пиздят, а ему не больно, ему прикольно от этого только. Он от этого комбится и возбуждается, и становится супер возбужденным стоячим Наруто. Ужас какой-то я. Что я несу? Ну да ладно. Побыстрее золотые ключи мне нужно. Только ради них я здесь, потому что они хотя бы какие-то бонусы дают. Very dangerous пидорасы здесь. Вот видите, скопились. Мне нужно их срочно поубивать. Знаете ли, нам сегодня неплохо повезло. То есть мы натыкались на довольно опасные команды, но моя команда смогла их одолеть все же. Побыстрее бы уже трежер обновился этот. Так. 7, 6, 5. Давайте немножко подождем, потому что иначе нас же нападут. Так. Побыстрее. Чё-то там таймер этот замирает, а на самом деле он идет. И так можно, короче, долбануться немножко. Хотя, если меня побьют еще раз на этом уровне... Да, мне же как раз нужно, чтобы меня побили еще раз на этом уровне. Точно. Чтобы типа вниз можно было спуститься. Кто тут самый такой опасный? Хотя тут есть довольно слабенькие чуваки. Давайте попробуем на них напасть. Вот, или ты, кто-нибудь из вас, короче. Ягура... Вот ты... А куда вы убегаете, чуваки? Дайте мне... Сейва Генджи. Ну ладно, 101... 132 тысячи мощи? Это Блиц команда? Парень. Ты мне очень-очень нравишься, знаешь? Об этом или нет? Ой, как страшно. Да, уклонение это, конечно, довольно страшно. Ну, посмотрим, посмотрим, в принципе. Хм. Вот это будет забавно, если я его победю. Одержу победу, так сказать. Так. О, закомбились, это отлично. Это дополнительный урон, дополнительное отжирание для Нарика нашего. Какая-то у него слабая атака. Памс. Какого фига? Они такие уклончивые, блин, придурки. И в следующем раунде нельзя, короче, ничего блочить. Так, ну как-то... Как-то мы друг друга странно бьем.
Наруто не может по нему долбануть да так, чтобы, короче, косточки по заколочкам разлетелись. О, Хирузан влупил. Молодец, Хирузан. Красавчик, жив целый орел. И вот теперь, по идее, у нас должно хватить мощи. Отожрались. Это уже лучше, чем ничего. Так, и чё-то вообще какая-то хрень получается у нас. Он прокомбился по Аноке. Вот это жопа. Ну, Хирузан, давай. Настало твое время. Как вы видите, все-таки мы пока что в плюсе. Аноки прожил аж 3 раунда. Это для него очень много, в действительности. Блин, ну проблемный. Проблемный товарищ-то. Ну, уже да, здесь мы победили. Вот, как вы видите, это блиц вполне себе мы выдерживаем. Причем даже тот, который как раз антиблиц. Вот эта вот команда с уклонением, она антиблиц. И мы даже... Ну, да, у нас все-таки преимущество по мощи было. То есть тут спорно. Так. Значит, у меня опять 2 золотых ключа. Какого фига? На меня золотые ключи нападают, и при этом я их побеждаю. Что это за фигня? Я хочу вниз. Хотя уже поздно. Придется серебряный ключ расфигачивать. Пока не поздно. А то еще тут золотых понабью. Вот это будет жопа. То есть там мне не везет, а здесь мне везет. В Мацуре мне не повезло, так хотя бы здесь повезло. Свитки получу. Или нет, я... То есть ты только за первый золотой ключ получаешь свитки. Придется, я не рискну, короче. Потому что там 2 минуты всего лишь осталось. То есть мне можно было бы попытаться продержаться до конца этого. До refill treasure, то есть чтобы трежеры восстановились. Но боюсь, у нас это не выйдет. О, и 16 тысяч бабла. Так. О, смотрите, я могу еще здесь что-то. Серетори. Ух, как повезло. Это ж мои команда, которая меньше меня по мощи. О, сейчас жопа ей будет, да? Хотя они могут ваншотнуть Аноки в первом раунде. Там же ж вы знаете, моей команды с ним шутить нельзя. У нее урон, ой-ой-ой, до сих пор. Проблема в том, что Мабуи блочить можно. Кстати, Мабуи, кроме как в моей команде, нигде и не использовалась. О, нам повезло, Хирузена, короче, не заблочили. Так. Второй раз. Смотрите, как пропиздрочило. Или как это называется так. Вот это урон. Вот это красава. Вот это да. Действительно гениально. Все. И ГГ лечит уже только себя. Ну что, попытаемся. Сейчас 20 секунд. Так, 20 секунд осталось нам до... Давайте. Успеем. В смысле? Давайте, 9 секунд. 9 секунд, 9 секунд, 9 секунд, 9 секунд, 6 секунд. Есть. Я успел. Я успел. Да, я успел. За 1 секунду. Давай. Бой не прекращается. О, да. Я получу кучу этих штук. Кучу крутых этих штук. Не пон... Что? То есть 8...
Мне голду начинают давать? Вы серьезно? Это издевательство. Вы придурки. Что, больше 1500 нельзя добыть? Мало того, что эти коины, они, короче, нифига не ценные. То есть в том магазине там не все можно покупать далеко. Так еще и они, короче, мне запрещают это все делать. Так. Ну и, пожалуй, на этом мы попрощаемся с вами. Да, всем спасибо за просмотр. Ну, Мацури не очень удачным получилось, остальное вроде нормально. А на этом я с вами попрощаюсь. Всем пока-пока.